Добрый день, мои дорогие! Сегодня хочу поделиться с вами поистине исцеляющим упражнением, которое активизирует все меридианные каналы, позволяет гормональной системе наладить свою работу, активизирует работу щитовидной железы, убирает спасательный круг на животе. Это упражнение из гормональной йоги. Меня зовут Оксана Рогелин, я йога-терапевт, я специалист по гормональному женскому здоровью, мама двух деток и основатель школы йога Рогелин. Та практика, которую я вам дам, занимает у вас всего лишь 3 минуты. Но если вы будете делать ее регулярно, каждый день на протяжении 21 дня, то вы заметите очень положительный, мощный результат. Вы будете худеть быстрее, будет быстрее уходить спасательный круг на животе, улучшаться работа всех гормонов, вы будете себя чувствовать активнее, моложе, красивее, будете сиять. Поэтому желаю вам приятной практики. Давайте начинать. Выполнять нужно ее стоя. Мы стоим, ноги шире ширины плеч, руки в замок. Замок провернуть ладонями от себя. Уходит замок вверх. Вдох. Потянуться вверх, обязательно улыбнуться. Без этого вообще не получится ничего. Настрой, самое важное, выдох. Наклон в сторону. Бока не должны быть слеплены. Нужно вытянуться и наклониться. С вытяжением наклонились. Затем провернулись параллельно полу, параллельно земле, плечи от ушей. И сделали большой-большой круг. Большой-большой круг. Здесь остались, провернулись и наверх. Вдох, выдох, наклон. Провернулись. Большой круг. Здесь тоже вытянулись. Повернулись боком. И вернулись. Вдох. Выдох, выдох. Повторяйте со мной. Выдох. И в другую сторону. Вдох, выдох. Провернулись, большой круг руками. Вытяжение. Повернулись боком. И наверх. То есть здесь принцип заключается в том, что не нужно вот просто вот так вот делать. Это не работает. Мы сначала наклоняемся на выдохе, вытягиваемся вверх, затем проворачиваемся, тут тоже вытягиваемся, и затем с вытянутым позвоночником делаем круг. Это упражнение запускает все процессы в нашем теле. Вот когда мы начинаем стареть, увядать, молодость от нас уходит, это означает, что процессы внутри тела уже замедляются, мы как бы стареем, внутренние органы не так работают, детоксикация не так проходит, щитовидная железа тоже уже спит. И мы пробуждаем себя вот этими кругами. Когда вы научитесь их делать слаженно и правильно, и будете делать их достаточно амплитудно и быстро, вы будете чувствовать себя прекрасно. В одну сторону сначала делаем 3 раза, в другую сторону 3 раза. Затем увеличиваем, делаем по 5 раз через 3 дня. И каждые 3 дня увеличиваем на 2 раза. Доводите количество таких кругов до 9. И после этого упражнения хорошо сделать вдох, потянуться вверх за руками, выдох, наклон и повисеть вот так вот в рамочке. К одной ноге, к другой. И затем можно круглой спиной потихонечку встать. Помните, что это, конечно же, лишь дополнение к системе. Система жизни должна быть другой, образ жизни, все, питание ваше должно быть другое, если вы чувствуете уже негативные изменения в вашем теле. Конечно же, невозможно решить проблему просто вот одной практикой. Нужно подключить гормональное питание, нужно подключить другие практики, которые тоже воздействуют на щитовидную железу, на вальс гормонов в вашем теле. Что это за практики? Как мы улучшаем работу и эндокринной системы, и надпочечников, и яичников, и всех-всех систем, связанных с гормональным
фоном женщины, я рассказываю на специальном мастер-классе. Я даю вам пошаговый план, как избавиться от всех проблем и болезней с помощью йога-терапии и специального женского гормонального питания. Регистрация на мастер-класс внизу по ссылке. Приходите, он абсолютно бесплатный, вы получите очень много пользы. Если вам понравилась эта практика и вы хотите, чтобы я делилась с вами еще гормональной йогой, еще такими простыми упражнениями, которые помогают женскому здоровью, пишите в комментариях, ставьте пальчик вверх, и я буду продолжать. С вами была Оксана Рогелин. Помните, что 10 минут на коврике всегда однозначно сделают любой день лучше. До встречи!